Привет, друзья! Я Герман Авербух, и вы на канале «Готовим с любовью». Сегодня мы будем запекать баранье бедро особенным рецептом, и будем запекать это все в керамическом мангале. Коптилка. Посмотрим. Наша коптилка уже греется. Какой у нас тут жар. Видите, как угли разгорелись? Дадим ему немножко еще прогореть. Ты можешь остановиться, отходить. Итак, наше бедро, начнем его маринад. Для маринада мы будем использовать соль крупную, перец, мелкий перец, так что у нас хорошо вдался, не оставался кусочками. Будем использовать сухой чеснок, копченую паприку, и я хочу добавить в этот раз кунжутное масло. Чуть-чуть для вкуса. Посмотрим, что это у нас из этого получится. Оставлю. Так, теперь все это мы завернем в бумагу. Потом все это завернем в фольгу. Все. Вот таким образом она у нас пойдет на мангал. Так, угольки у нас уже готовы, так что можно, в принципе, загружать наше мясо. Наклоним камнем, сверху положим решетку и пускай дальше греется. Добавим немножко щепок, чтобы у нас было больше дымка. Щепки будут леть, создавать нам дым. Немножко у нас оказалось слишком длинной, так нам пришлось ее обрубить. Обрубили, а теперь кладем ее. Ой, какая красота. И закрываем. Все, теперь мы забываем его на
часа полтора. Часа через полтора мы его раскроем и дадим ему набраться дымка. До встречи. Итак, прошел один час, и нам пора переворачивать наше мяско. Вот что произошло с кусочком ножки, которая у нас была лишняя. И продолжаем дальше. Пришло время раскрыть Итак, пришло время вытаскивать наше мясо. Та-да-да! Маленький тут.